Санкции – это и возможности. И слава Богу, что мы к этим санкциям готовились до того, как они наступили. И как вы видите, что вся промышленность Республики Беларусь демонстрирует очень хорошие положительные результаты. Прошлый год мы закончили с темпом роста 115%, и первый квартал этого года – темп роста 114%. То есть это говорит о том, что мы не просто приспособились к тем вызовам, которые нам сегодня объявили Америка и Европа, а то, что промышленность все-таки проводила очень серьезную программу в области импортозамещения. Да, сегодня вектор меняется, и часть продукции, которую мы экспортировали, компоненты с Европы, сегодня идут с Азии, это и Китайская Народная Республика, это и предприятия Российской Федерации. Сейчас очень важно, очень быстро скажу, завершить все неокорские работы для того, чтобы целиком и полностью вот произвести замену тех компонентов, которые производились в Европе.